7 октября текущего года принят федеральный закон, который позволяет предоставить кредитные каникулы для определенных категорий граждан. Это граждане, мобилизованные для участия в специальной военной операции, это граждане, которые заключили контракт и участвуют в специальной военной операции, ну и добровольцы. Кредитные каникулы позволяют приостановить платежи по кредиту, по займу на определенный срок. И, соответственно, если гражданин вот, из категории, которую я назвала, соответствует всем критериям данного закона, то банк не может отказать и не предоставить ему кредитные каникулы. Кредитные каникулы можно оформить абсолютно по любым кредитам и займам. Это ипотечные займы, это автокредиты, потребительские кредиты, это займы в микрофинансовых организациях, потребительских кооперативах. То есть абсолютно любые кредиты, даже кредитные карты. Гражданин должен обратиться в тот банк, ну, где он оформил кредит, или в какую-то другую микрофинансовую организацию, потребительский кооператив, то есть где он оформлял кредит или займ. Соответственно, обратиться можно любым способом, который указан в кредитном договоре. Можно лично, но если такая возможность есть, можно обратиться по телефону. У каждого банка и организации есть телефон горячей линии, на который можно обратиться. Можно обратиться по почте, по электронной почте, то есть вот любым возможным способом. Ну и, кроме того, могут обратиться и члены семьи, потому что члены семьи вот этих граждан тоже имеют право обратиться за предоставлением кредитных каникул.